Смотрите в выпуске «Бизнес в декрете». В ЯО стартовал федеральный проект «Мама-предприниматель». Воспитанию нужно научиться. Школа приемных родителей продолжает работу на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Накормили, укрепили здоровье, помогли зимним гардеробам. Юбилейная ярмарка социальных учреждений региона прошла с участием граждан золотого возраста. Выносливость и воля к победе. Сразу два турнира по рукопашному бою состоялись в областном центре. Обновленный проект «Мама-предприниматель» запустили в ЯО 25 сентября на базе многофункционального центра Биробиджана. В этом году количество участниц возросло в 5 раз. Каждая из них пришла с собственной бизнес-идеей. Мамы женщин в декретном отпуске на протяжении 5 дней проконсультируют специалисты из областного центра и соседних регионов. Подробно разберут идею каждой участницы с точки зрения экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости. Здесь мамочки в декрете смогут реализовать себя, проявить себя в бизнесе. Многие сегодня к нам пришли, чтобы получить знания, написать проект и успешно его защитить. И, возможно, кто-то из них получит грант в размере 100 тысяч на реализацию своего проекта. Партнерами и соорганизаторами проекта выступили организации сферы поддержки бизнеса. Корпорация малого и среднего предпринимательства, фонд «Наше будущее» и Союз женщин России. Проект «Мама-предприниматель» реализуется на территории нашей области уже в 5-й раз. Более 100 участниц принимают участие в этом проекте. Мы поддерживаем женское предпринимательство. Это является одним из направлений нашей деятельности, которое включено также в национальную стратегию в интересах женщин. «Мама» – лидер регионального отбора, отправится представлять область в Москве. Две победительницы федерального этапа станут обладательницами денежных средств в размере 1 миллиона рублей. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Третья по счету школа приемных родителей проходит в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Биробиджана. С марта прошлого года здесь по субботам проводится подготовка граждан, изъявивших желание принять детей на воспитание в семью. Будущие родители изучают вопросы развития и воспитания детей в приемной семье, способы успешной адаптации ребенка в обществе, рассматривают основы законодательства об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Экспертами у нас на школе выступают психологи нашего учреждения, специалисты по социальной работе. Мы приглашаем уполномоченного по правам ребенка в Еврейской автономной области. Свой блок ведет у нас главврач психиатрической больницы Тойтман Олег Леонидович. Плюс большой блок, что касается работы с замещающими семьями, у нас ведут эксперты с Департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области. Дарья Ипатова, учитель школы-интерната села Ленинская, не так давно уже взяла ребенка под опеку, и курсы стали прекрасным подспорьем во многих вопросах. Много той информации, которой, например, я столкнулась со сложностями, да, при оформлении опеки, при каких-то различных, например, контактировании с ребенком, да, то есть достаточно много информации, которую полезная для меня. Итоговая аттестация после 8 суббот проходит в форме тестирования и собеседования, по результатам которых слушателю выдается свидетельство, позволяющее официально оформить документы на опеку или усыновление ребенка. Без прохождения курсов взять ребенка под опеку или усыновить не получится. Отметим также, что свидетельство бессрочно и действует на всей территории Российской Федерации. Вячеслав Пасманик, Денис Листюхин, Новости 21. Ярмарка на площадке регионального комплексного центра социального обслуживания развернулась в Биробиджане в преддверии Дня пожилого человека. Уже 5-ю осень пенсионеры и социальные работники Еврейской автономии демонстрируют свои дачные достижения. На выставке удивили местными диковинками и обещали поделиться секретами урожая 14 подразделений социальной службы региона. Перец привезли, и картофель привезли, и капусту, и ягоды, и петрушку, и мед, и соленья, и варенье. Подходите, покупайте. Все, чем богата земля автономии, местные сады, огороды, удивляло и притягивало внимание гостей. И они обязательно заходили чего-нибудь прикупить. Умелые руки, креативность и энтузиазм участников позволили пополнить запасы и обновить зимний гардероб.
Традициям дает жизнь социальный проект этой ярмарки краски. Здесь царит дух ярмарки. Здесь действительно такая вот атмосфера праздника. Сегодня с утра было такое небо дождливое, пасмурное. Но мы не побоялись. Мы всегда знаем, что во время нашей ярмарки всегда идеальная погода, солнце светит и у всех хорошее радостное настроение. Уже по традиции торговля шла на фоне концертной программы коллективов самодеятельности. Каждый год такое мероприятие становится настоящим событием для лиц старшего поколения и самих соцработников. С пустыми руками отсюда не уходят, тем более не отпускают гостей, не повеселившись с ними. Вот у нас пожилые люди напекли, нажарили, для того, чтобы потом эти денежки пошли на пользу каких-то наших мероприятий. И сотрудники, конечно, тоже постарались. Сезонная торговля увенчалась успехом. Столы быстро начали пустеть, а выручкой продавцы охотно поделились с героями русской ярмарки – Машей и Медведем. Да не копейками, а пятаками. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21. Турнир памяти почетного гражданина ЯО ветерана органов внутренних дел Алексея Леонтьевича Насенко собрал в минувшую субботу на стадионе «Дружба» более 150 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из Амурской области, Приморского края, Хабаровска и Еврейской автономной области. Турнир считается одним из самых крупных в регионе. Самое главное, вот ребятишки сумели себя победить, они стремятся приехать к нам. Приехал, понимает, что здесь очень хорошая атмосфера, дружная атмосфера. Мы не разделяем здесь Амурскую область, Хабаровский край, потому что наше общество – это общество тех, кто проживает на территории России. Кроме того, «Динамо» не выделяет и конкретно отдельные виды, но выступает за спортивный и здоровый образ жизни в целом. Поэтому турнир традиционно собирает не только представителей рукопашного боя, но и боевого самбо, кудо, джиу-джитсу. Сама версия динамовского рукопашного боя, она подразумевает именно участие всех спортсменов, которые именно имеют определенную подготовку именно ударную технику и борцовскую. Самое главное, чтобы судьи и тренера подготовили участника, то есть объяснили правила соревнований по нашему виду спорта, да, и обеспечили экипировку в технике безопасности. На татами юные бойцы, желающие попробовать свои силы в родных стенах против представителей других регионов, и уже опытные спортсмены. Арсений Рябец, неоднократный призер различных региональных и российских соревнований, но к турниру в ЯО всегда относится с уважением и уделяет повышенное внимание тренировкам. Это соревнование отличное, разогрев, скажем так, то есть продышаться, подвигаться. Я всегда настраиваюсь, я всегда тренируюсь очень много и упорно, чтобы просто... Вы не выйти и не проиграть. Зрители увидели уже ставшее доброй традицией противостояние команд ЯО и Амурской области. За 7 лет проведения турнира сборной автономии лишь однажды в прошлом году удалось обойти соседей в командном зачете и взять первое место. Уровень соревнований растет. Рукопашный бой собирает в этом зале представителей и других единоборств, что говорит о том, что наш вид спорта, он динамичный, он интересен. Ребята и с джиу-джитсу, и с кудо приходят попробовать свои силы. Итогом турнира памяти Алексея Насенко стала победа в командном зачете Амурской области на втором месте ЯО. Почетную бронзу увез домой Хабаровск. Такой же расклад в турнирной таблице стал и итогом соревнований, проходивших на «Дружбе» в воскресенье. В состязаниях по рукопашному бою, посвященных памяти предпринимателя, мецената и спортсмена Александра Князева, принимали участие спортсмены младших возрастных категорий. И тут, к сожалению, надежда на родные стены не увенчалась успехом. В упорной борьбе сборная автономии все-таки уступила соседней Амурской области. Вячеслав Пасманик, Денис Листюхин, Новости 21.